Сегодня у нас 12 мая, у меня фан-зона. О нет, мне кажется, начинается дождь. Знаете, где я стою? Прям в первой фан-зоне, в первом ряду. Привет, подписчики и гости моего канала. Сегодня будет репетиция финала Евровидения. Я приехал на станцию метро Левобережная и снова вагончик символика Евровидения. Сегодня у нас на календаре 12 мая, то есть финал по ТВ будет транслироваться завтра, в субботу, а сегодня пятница и будет генеральная репетиция, то есть репетиция ТВ. Я хотел купить билет на сам финал, но билетов не было в наличии, поэтому я покупал на ТВ. Вот, а сейчас я захожу на сайт концерт.ua, и там билеты на финал продают. Я был в шоке, конечно. В общем, иду на ТВ, у меня фан-зона, поэтому я приехал на 4 часа раньше. Кстати, если вы не видели мои влоги с первого полуфинала и второго, ссылку оставлю в описании, они уже есть на канале. Там длинные влоги, как я ходил на живые концерты первого и второго полуфинала. Так что посмотрите, если вы еще не видели. О нет, мне кажется, начинается дождь, он начинает моросить. Что-то дожди зачастили, каждый день идет дождь в Киеве. Я не взял с собой зонтик, так что придется мокнуть, потому что там не будет где укрыться от дождя. Вообще, дождь-то так не кстати. Кошмар. Вы у меня, возможно, спросите, а в чем особенность финала ТВ от репетиции финала, которая будет завтра в 4 часа дня? А в том, что в финале ТВ будет подводиться таблица, то есть все так же, как и в прямом эфире, только таблица будет фейковая, но она ни на что не влияет, просто баллы будут выставляться. То есть я увижу ненастоящего победителя на день раньше вас. Хотел зайти в продуктовый магазин в Новос, который находится сзади, но там перекрыли вход, и теперь только существует один вход. Нужно обойти весь магазин по улице, чтобы не попасть внутрь. В общем, я отказался от этой идеи, решил не идти. Дождь, мне кажется, усиливается. Там МВЦ находится. В общем, иду и буду стоять под дождем. Но у меня есть капюшон, правда, прическа испортится. Я сегодня голову помыл, укладку новую сделал. Кошмар. Что я ожидаю от сегодняшнего вечера? Начало, кстати, в 10 часов вечера, так же, как и завтра будет начало прямого эфира. То есть по хронометражу будет все одинаково, потому что здесь будет ТВ-запись, и жюри будут оценивать номера, выставлять свои оценки. Сегодня я ожидаю таблицу. Это моя любимая часть финала. Каждый год я с нетерпением жду таблицу. Теперь с прошлого года она в новом формате. Сначала оценки жюри, потом оценки телезрителей отдельно приплюсовываются. В общем, все будет очень интересно. У меня фан-зона, буду все максимально близко снимать, видеть и вам показывать, так что не могу дождаться начала. Так как на улице идет дождь, людей здесь не очень много, вот вы можете видеть, тут не очень много людей, и сегодня пускают изначально очень близко, то есть сразу уже к табличке «Добро пожаловать на Евровидение», и здесь я буду стоять до начала запуска где-то часа два, так что я тут надолго. Ребята, вот вы мне сейчас точно обзавидуетесь. Вы знаете, где я стою? Прям в первой фан-зоне, в первом ряду. Смотрите. Начало записи через 35 минут. Я уже занял место в первом ряду, так что жду. А это запускают паучка камеру, которая снимает сверху. Tonight it's Poland, Denmark, Portugal of course, and Croatia. And Portugal, you know, it's going to be on the B stage. Нам только что сообщили, что осталось 5 минут до импровизированного начала прямого эфира. Сказали, что сегодня будет такой же финал, как и завтра, только будет таблица не настоящая, а случайная. Баллы будут оставляться членами жюри и голосование зрителей. Якобы тоже будет. Музыку.
Oh,
выступили все 26 стран и открылись воображаемые линии для голосования. Уже сейчас будет прогон таблицы, и мы узнаем случайного победителя. Только что закрываются линии для голосования. Я до сих пор в шоке от выступления Анулки. Я просто в шоке, как можно было такое выставить в такой прайм-тайм. Кошмар. The shining jewel in Ukraine's Eurovision crown. Уже мало сегодня был концерт в Торке Спорта, и вот она сейчас выступает здесь. Приехала после концерта прям сюда. Из 42, а когда будет объявление результатов якобы голосования Европы, я вам буду снимать и покажу все в прямом эфире, вот как есть, так и покажу. После концерта многие люди поуходили, остались самые стойкие. А вот это последняя страна, которая объявляет настоящие баллы жюри, это Украина. И сейчас мы узнаем, кому Украина даст 12 баллов наивысшую оценку. Это Огневич быстрее. Что ж, все жюри уже объявили свои результаты, и теперь очередь для голосования телезрителей. Самый волнительный момент – результаты европейского телезрителя. Сейчас мы узнаем, кто выиграет по мнению репетиции. With 12 points is the United Kingdom. With 15 points, it's Greece. With the same amount of 15 points, it's Israel. With 16 points, it's Spain. With 23 points, it's Austria. With 25 points, it's the Netherlands. With 31 points, it's Moldova. With 33 points, it's France. With 39 points, it's Portugal. With 45 points, it's Bulgaria. With absolutely the same amount, 45 points, it's Belarus. With 51 points, it's Poland. With 66 points, it's Italy. With 69 points, it's Sweden. 72 points to Hungary. With 74 points, it's Azerbaijan. With 86 points, it's Croatia. And Croatia is right now in the lead. The country receiving the diamond, 150 points, is Belgium. So, Benjamin is on the 8th place score with 151 points is Cyprus. The country awarded the 7th highest score in the audience voting with 166 points is Norway. And still, Croatia is in the lead. With 166 points is Australia.
And now we have a new leader. It's Denmark with 288 points. Romania, Germany, and Ukraine. 234 points is Ukraine. And that has put Ukraine into the lead. Большое спасибо за просмотр. Увидимся на протяжении этого видео. Будь здоров, увидимся и пока-пока.